17 часов вот то так, то так, то так, то так. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Дроздов Николай Николаевич. Я работаю профессором Московского государственного университета имени Михаила Васильевича Ломоносова. Да. Ну и вот мне хочется вам рассказать, с чего начиналась моя трудовая деятельность. Я, как всегда, рассматривал, что человек трудится не ради зарплаты, а вот просто ради того, чтобы вокруг становилось что-то лучше. Я так научился в самых младших классах ездить на лошади, хорошо держаться в седле. И уже к седьмому классу, вот после седьмого и после восьмого класса, я 2 года на каникулы стал работать младшим табунщиком. Но старший табунщик — это опытный какой-то местный житель, который не только ездит на лошади, но и знает всех лошадей, знает, когда и куда их пригонять, выгонять. И у него обычно 1 или 2 младших табунщика, которые тоже верхом на лошадях, но по его приказу заверни ту лошадь, верни эту, подгони табун в такую сторону, в другую там. Значит, рабочий день начинался в 5 утра, потому что в это время вставало солнце, еще роса была на траве, это самая вкусная трава с точки зрения лошадей. И вот мы должны были в 5 утра уже выгонять лошадей на пойму. Для этого надо было, естественно, проснуться где-то 4:30 и начинать их готовить к выходу. Ну, седлать надо только свою лошадь, это не так долго, а остальные лошади шли, так сказать, порожняком. И надо было, ну, где-то в стадо, где-то около 150 голов, вот так. Они сами хотят туда, в пойму, они знают, где эта пойма, так что идут туда. И, конечно, все время туда-сюда, здесь одна отошла в сторонку ее подогнать. Здесь они все вместе пошли куда-то не туда, старший табунщик, давай заверни оттуда, посмотри оттуда, вот эту отдельно взятую подгонение. И отдельно, у каждой лошади свой характер. Одни любят все вместе, другая вот очень не хочется прогуляться отдельно. Вот уйдет, и ты ее подгонишь, она опять уходит. То есть, ну, характер, то есть всех надо приводить в порядок. Ну, и это и есть работа. Ну, можно это вообще назвать работой? Это такое радостное какое-то существование. Ты верхом на лошади ездишь и руководишь лошадьми. Да ты вообще по 17 часов в седле, должен вам заметить, конечно, ну, одно место, которое так сзади человека находится, и при движении сверху вниз, говорят, место, где спина меняет свое название. И вот это место, так отсидишь на лошади, так вот от этого, там же оно трется, а седло все время там, если шагом, ладно, а если рысь, то оно тебе вот так вот рысь подбивает там, ну, если галоп, вообще надо стоять на стременах, так сказать. Это все так очень мило, хорошо показывает, но, конечно, 17 часов вот то так, то так, то так, то так. Вот такую слезаешь и так немножко, ну, так, извините, раскоряку идешь, так. Спина внизу отдыхает в это время. То зарплата была, вот как сейчас помню, 300 рублей нам хватало на то, чтобы, так сказать, пропитаться. Но мы и то как-то умудрялись делать так, что половину удавалось приносить родителям. Вот. Это было самое счастливое время моей жизни. Вот просто искренне вам скажу, самое счастливое. Ну, во-первых, уже чувствовал себя взрослым человеком, тебе 13 лет, а тебе зарплату платят. Ты можешь отнести ее маме, отдать, так сказать, на еду.